Во время конфликта в Абхазии при посредничестве Российской Федерации были подписаны соглашения, в результате которых грузинское правительство постоянно оказывалось обманутым. В результате этих соглашений, где Российская Федерация выступала гарантом невозобновления огня, грузинская армия оказалась полностью разоруженной и разбитой, а оставшееся без защиты грузинское население Абхазии было изгнано. 14 лет российские военные имели мандат так называемых миротворцев, но ни один из вынужденно перемещенных лиц официально не вернулся за это время ни в Абхазию, ни в Южную Осетию. В обоих конфликтных регионах на протяжении многих лет раздавали российские паспорта. Российские военные вооружали и обучали сепаратистов. Многие высокопоставленные должностные лица в сепаратистском правительстве Южной Осетии имели тесные связи с Российской Федерацией. Ярким примером тому является так называемый министр обороны Южной Осетии Василий Лунев, который родился и вырос в России, служил в российской армии и был переведен в Южную Осетию за 4 месяца до начала войны. Мы организовали вывоз детей в Северную Осетию. Сейчас списки уточняются, и мы, наверное, будем вывозить детей и из Наурского района. В последние годы в так называемой Южной Осетии выстрелы раздавались каждое лето. Но только в начале августа 2008 года население было эвакуировано из Цхинвали. It's been reported that the Russian foreign minister has essentially said that Georgia's president must go. Is this the position right now of the Russian government? It is our recommendation, yes. При возникновении очагов сопротивления и иных агрессивных устремлений принимайте решение об уничтожении. В Абхазии и Южной Осетии ни разу не были проведены непредвзятые, прозрачные выборы или референдум, на которых бы присутствовала миссия наблюдателя от какой-либо авторитетной международной организации. Число вынужденно перемещенных лиц и беженцев из этого региона превышает число оставшихся там. Несмотря на это, Российская Федерация признала независимость сепаратистских регионов Грузии. Российские военные продолжали рыть окопы даже в тот день, когда было подписано соглашение о выводе войск. 10 октября Российская Федерация еще раз нарушила соглашение, подписанное тремя президентами – Саакашвили, Медведевым и Саркози, и не вывела свои войска из Ахалгори, Верхней Абхазии, Кадорское ущелье и Сачхери. Российские военные не пускают в зону конфликта гуманитарную помощь и наблюдателей Евросоюза. Российская Федерация оккупировала Грузию, угрожала Молдове. В Украине кризисная ситуация. Десятки тысяч российских паспортов раздают в Крыму. Наши решительные действия по отражению грузинской агрессии показали, что Россия способна защитить своих людей и свои национальные интересы.